Студия IO Interactive сделала себе имя на экшн-серии Hitman, однако сейчас разработчики заняты новым проектом. Называется он Kane and Lynch Dead Man и посвящен кровавым приключениям двух преступников, приговоренных к казни. По воле случая им удалось избежать смерти, и теперь Кейн и Линч трудятся на преступный синдикат. Шизофреник Линч – психопат, сохраняющий остатки разума лишь благодаря сильнодействующим лекарствам. Наемник Кейн вынужден совершать злодеяния, поскольку его дочь и жену держат в заложниках. Преступники ненавидят друг друга, но вынуждены работать вместе. Между Кейном и Линчем в игре нужно переключаться в зависимости от ситуации. Они дают предпочтение разным видам оружия и отличаются специальными навыками. Кстати, под твоим руководством может находиться одновременно до 12 наемников. Лихо закрученный сюжет, превосходная графика и тотальная разрушаемость живописных локаций – вот еще несколько достоинств игры. Свидание с Кейном и Линчем намечено на конец года.